Привет всем, друзья, с вами Анам Solution. Если у вас быстро разряжается телефон, и вы обновили свой телефон до последней прошивки, у вас новый телефон, или у вас все было хорошо, и вдруг почему-то зарядка начала очень быстро заканчиваться, то я вам покажу один из вариантов, который может влиять на то, что зарядка очень быстро разряжается. Значит, заходим в настройки. В настройках ищем пункт «Батарея». У меня на английском battery. Заходим в этот пункт, ждем загрузку. Значит, проходим вниз. И самым эффективным будет посмотреть, когда уходит зарядка на вашем телефоне в момент ее неиспользования. В нашем случае это ночь, я не использую телефон только ночью. Как вы видите, ничего не используется в фоне. Ничего не используется, не используется. Но здесь есть один момент, где используется экран блокировки и домашний экран. То есть у меня данной проблемы сейчас нету. И, как вы можете видеть, у меня нормально используются все программы, жора батареи нету. То есть если в вашем случае есть какие-либо программы, которые работают в момент, когда вы не используете свое устройство, я вам предлагаю либо заменить данное приложение, либо же его удалить, если вы можете, то есть, обойтись без него. Также в здоровье батарейки заходим, оптимизация зарядки батареи. Предлагаю включить данный пункт. Он помогает в случае, если вы оставляете свое устройство на ночь, то есть перед вашим пробуждением, когда вы просыпаетесь, телефон уже привыкнет к этому режиму, если вы постоянно будете заряжать в одно и то же время, и станет подзаряжаться именно на 100% только к этому времени. Допустим, вы просыпаетесь каждый день в 8 утра, а ставите на зарядку с 12 ночи, допустим, он уже 7:30, допустим, будет набирать оставшиеся 20%, дабы зарядиться. Естественно, цифры я даю как пример, то есть не факт, что это именно так и работает, но сама вот эта оптимизация батарейки подразумевает именно такой метод зарядки. Ну, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось, дизлайки, если вам не понравилось, чтобы я вам больше не попадался. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии. Ни пуха, ни пера.